Друзья, всем привет! Канал Карим и Правиль. В руках у меня находится каталог. Мне поправили. Не каталог, а каталог. Каталог «Советский фарфор» 1917-1991 года. Каталог на 2012-2013 год под редакцией И. Пилинский и М. Сафонова. Иллюстрированный справочник-определитель с марочником заводов и ценами. Более 3000 предметов, второе издание, переработанное, дополненное, подробный и удобный марочник заводов, актуальные цены рынка. Давайте мы откроем. Второе переработанное издание, Москва, 2012 год. Предметом коллекционирования сейчас очень интересуется фигурками из фарфора. Здесь представлены фигурки, выпущенные с 1917 года по 1991 год. Давайте посмотрим. Вот, смотрите, какая красота. Это Александр Сергеевич Пушкин. Бахчисарайский фонтан называется. Композиция вот такая. Давайте посмотрим. Вот марочники. Что удобно. Здесь по годам указано, какие марочники были заводов, которые выпускали фарфор. Вот. Вот такая красота. А двигаясь дальше, мы видим, посмотрите, вот такие фигурки, предметы коллекционирования. Смотрите, вот здесь примерная стоимость. 19200 фунтов. Я упал. В обморок я ушел. Хотел ругнуться. Ругаться нельзя. Ага. Посмотрите. 344 тысячи фунтов. Вон та девушка. Верхняя. Обалдеть. О, Горький Максим, по фамилии Пешков. Ну, такая красота. Очень здесь все красиво. Три девицы. Друзья, напоминаю, канал Карима Проверь, канал обо всем. Вот здесь указаны цены $50, $40, $20. Спасибо, друзья. Посещайте мой канал, подписывайтесь на него, будьте с нами. До свидания.